Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту «Супердоход». Вчера он успешно стартовал. Я заходила на 50 рублей. Здесь написано «Активация тарифов». Нажимаем «Активировать какой тариф». У нас тут за 50 рублей тариф. Лидерский тариф 150 рублей. И мультивалютный маркетинг за 50 рублей. У меня, друзья, на балансе было 150 рублей. И я сейчас, я думала, будет, как бы, вывод пойдет на модерацию. Но вывод пришел инстантом. Сейчас перейдем. Я вот даже еще не открывала. Вот Payeer новая. Значит, 4 минуты назад. Плюс 148. Так, дата 19.01. Комментарий, выплата, супердоход. Все замечательно, проект платит. Ну, я не сомневалась. Значит, опускаемся ниже. Вот здесь наши друзья находятся. Партнерская ссылочка. Берем ссылочку и делимся с друзьями. Начинаем приглашать. Ну, здесь вот новости, что мы успешно стартовали. Так, далее что? Ну, на нужную сумму пополняем и активируем тариф. Я на 50 рублей, друзья, заходила. Далее что? Мои тарифы. Давайте посмотрим. Вот здесь нажали мои тарифы. И вот у меня супердоход 50 рублей. Я нажимаю подробнее. И смотрим. Здесь наша вся таблица. И структура идет от заполнения. Вот. Так что структура заполняется. Все замечательно. Все супер. И что еще? Нажму на главную. А вывод, друзья. Вывод, что у нас по выводу? Работает с платежной системой Payeer. Сюда прописываем сумму. Сюда Payeer кошелек. И нажимаем «Вывести». У меня вывод инстантом пришел. Теперь пойдем на главную страничку. Вот мы успешно стартовали. Есть чат ВКонтакте и есть группа ВКонтакте. Я сюда вот хочу сделать скрин. Не копировать, а скрин с кошелька. И отправлю я тогда, как бы, поделюсь выводом. Потому что нужно делиться с выводами, чтобы люди видели, что проект работает, все супер и платит. И народ подтягивается. Вот. И здесь табличка вот за 50 рублей. У нас вход 150 рублей. В общем, все супер. Приглашаю вас в наш проект. Вот регистрация простая. Так, подождите, запуталась. Вот, войти и регистрация. Я показывала регистрацию, ну а здесь вкладочка «Войти». На этом буду заканчивать. Буду продолжать мониторить проект. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.